А, Мосса собирал. В этот момент и Мосса можно, чтобы в угол забился, а они сразу же пойдут все на... Ну, не сразу же, а они, если даже на нас отагрятся, танк уже побежит с некоторыми. Ну, там это... И потом, получается, берет... Чего вы придумываете? Да, да, там тактику разрабатываем уже. На РС новая тактика. Ну что, давайте играть, что ли? Пойдем тут трэш почистим. А так вообще, Зуляман все тупо на тактику. Вчера три сундука взяли просто на изи. Ну, мы три сундука уже берем, как, я не знаю, второй месяц на изи, и нам нихуя не падает, кроме хуеты. Так, вот я сову нашел, это из этих, из джоков. Честер должен знать эту сову. Ставьте шкаф. Лок, давай шкаф, призыв стражи. Ага. Пошел. А Мосса. Давай шкаф, шкафчик всех суммонин. Ну, сапари. Так, Войд, РРС, Клык, на погосте. Саву суммоним. Кто еще не здесь? Остальные вроде здесь. Войд, давай к нам. Клык, давай к нам. Ну, надо вам. Тогда. Че, эту сову будем загонять? Конечно. А где вы вообще копируете? Как вы копируете этот гребаный дискорд? Смотри, открываешь дискорд. Вверху, видишь, где Ancient Tribe X2 написано, стрелочка вниз. Нажимаешь на стрелочку, там синее. Нет, зачем туда нажимать? Пригласить просто людей. Вот там не так, ты усложняешь. Вот а мат, да? Группа мат. Ну? Вот наведись именно на это слово, на мат. И у тебя будет создать приглашение. А, ну или так можно. Нажимаешь? Но это приглашение именно в канал. А, да, ничего такого подобного нет. А как его пригласить, если человек этого не знает? Никак не приглашаю. Зачем тебе незнакомых людей сюда? А как мне посмотреть, как в Дискорде в этом именно вот этот вот, так сказать, iCloud создан? Вот, ты заебал, я тебе ЧС дал, нахуй. Спамить хуйню этой. Чё вы стоите, я не знаю. Чё стоит, никто ничего не бафнул. Я бафаю каски, Честер кресты, точнее, я как я прото. Буду. Я могу прото бафнуть. А чё все без холи пауэра? В смысле? Я ручками себя бафаю. Короче, раздаю каску, пошли трэш чистить. Ой, у Честера 50 ману, он там вообще, наверное, сейчас шикует. Ой, не то, да. Все, давай, погнал. Все, гони. Поставьте. Пейте костры, удивительно. Вот этот вот огненный лав, он меня откидывает. Ты там, давай агро держи, блин. А Честер хиль меня. А чё вы вспулили? Кто там сзади стоял, умник? Вы чё, не знаете? Ну, чё, не знаете, что сзади стоять? Я не буду там тут ничего. Боку нехер сзади делать. Тут люди некоторые первый раз, а ты уже что-то говоришь. Выхиливай, давай там. Не один хил, да? Как-то будители всегда откидывают. Нужно стоять сбоку, да чтобы не задевать. Давай пачку вторую. Клык там сейчас убьем, тоже спикайся в танк. В три танка будем. А сколько там давай танков сейчас? Ну, три, два. Кто-то говорит один. Три танка. Это на болтаре только в три танка. В основном... Болтаре не можно танка. Три, здесь одна копия. Рот. Забыл? А, два. Две копии. Два танка. А, Реал потанчит. Сумрак, потанчик, клык. Так, веточка хорошо, веточка, сумрак, потанчик. Куда клык-то редко? Дискорник. Чё у тебя с агро опять началось? Они всё с агро, просто спули второй. У них нужно настакать три печати, чтобы... Полчаса уже бьём, а ты всё не настакал. Я уже ты броню умер даже. Горожан Геру закрывали, нет? У кого стоит аура от темных? Не, они не огонь закрывали. Они не ходили еще в фарзе. Я ходил горожан, у меня закрытый горожан Гер. И погибли, правильно? Ты еще и Лича успел убить. Личуган. Паладины, вы все меня слышите? Личи все закрыты. Мне Зульжин, у меня 10 гир, и целка 10 гир, у 20 гир могу ходить. Кого ты мне говоришь, какой же Зульжин у тебя 10 гер? Тут 0,25 гер. Давайте активнее, меньше текста, больше. Веточка и клык, веточка спекнись, ты здесь в РК? Веточка спекнись с танка.
командира выдернешь сейчас. Вот этого самого толстого надо будет вытянуть, чтобы с рейдером рядом не был. И бьем его сначала, а потом моба. Командира вытянуть. Ветка ВРК. Чё там, не хочет второй танк спекнуться? Веточка что-то вообще стоит, АФКшит. Ну пусть АФКшит, клык тогда давай спекайся. Чё мы так постоим тогда что ли или чё? Да тут она, сейчас она спекнет. О, это веточка, но... Клык, давай в танк, а ты без чарок, я на тебя смотреть. Вон, веточка зашевелился, давай в танк. Да танк я больше ДПС, чем ветка дам. Даже без чарок. Без чарок. Я могу за место вас двоих давать ДПС. Ты тут не выделывайся, может он. Веточка, ветка. Ты здесь? Ветка, ты здесь? Да-да-да. Да, до танка. Из танка. И вытянешь туда команде звезду. Давай, спекайся, жду. Я сегодня на этом, как его скажи, на магике 10к дал. Так что не выделывайся. Нормально. Ладоши похлопаем. Надо поменьше флудов. Все, иди танкуй, а веточка вытяни сейчас. Веточка вытягивает эту звезду. Все, танкуй, 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 не надо больше. Потом, когда убьете командира, приведете двух гвардейцев туда ко мне. Клык отъехал. Перед мордой не надо. Я перед мордой не стоял, я в бегу. Вот там, я, может, там умер или где? Не вижу, где Петру. Я тебя не достаю. Я не захилили. Честер, ты чё не хилишь меня? О, господи. Потому что забился в стенку, тебе нет хилить. Чего? Я туда всегда встаю. Мы год с тобой играли, я всегда вставал в этот угол. Давай заходи в инф, быстрее танки. Добился в угол. Ты должен за мной бежать, ты мой хил, понял? Персональный. Да, личный хил. Почему-то меня никто не хилит до сих пор. Честер пришел, а танк уже упал. Вы че, угораете? Честер, ты здесь? Да, я тебя говорю, блядь, не успел. Значит, не успел, я бегал 6 секунд без единого прохила. Блин, Шаму, сука, говори, я не один хил, понял? Шама предупреждал, что он слабый хил. Нихуя себе, он вообще практически не хилит. Что вы будете мне делать? Тут дело бы не в этом, вы разбежались, блядь, в разные углы. Между вами даже бегать приходится, чтобы вас хилить. Убивайте, пать. Ладно, вы слишком много спорите. Там не отбегают люди, а откидывает моб, который кастует. Надо просто бежать для сразу того, чтобы он не откидывал. Пробудителя берем в таргет. Кто кастует, волна пламени, вот этот каст. Его надо сбивать, и никто не будет отлетать. Запомните, навсегда. Шаманы, паладин, вары, зуботы. Могут сбивать каст. Он не сбивается кастами. Этот каст тут не сбивается, он только в стан, если ты его кинешь. Сбивает его с сала и стан. Ну сейчас попробую потоком еще раз бить. Просто я тыкал зубой тычкой своей, он не тыкает. Ладно, если не сбивается одним классом, значит будет сбиваться другим. Здесь первый раз на себе, поэтому привык. Свои эти тактики циркули. Пока при себе оставим. Пойдем гвардейцев бить. Честер налево. А, ты куда пошел-то? Зачем? Гвардейцев надо. Всегда их надо чистить по-любому, почему бы их не почистить. Понятно. Вот, честно, я сюда-сюда прихожу с трэшем, с этой пачкой, и здесь стою. Ты должен стоять, где сова, и хил. Чё они у тебя по очереди бегают? Не знаю. Взрываются на мага. Да. Ничего удивительного нету в этом. Выдает 24 тысячи. В пай. Сейчас целую цель, да, где? Маг какой у нас? Фаер? Не. Прост. А, нет, аркан вроде. Прост ПВП. Аркан. Нет. Не на этом сервере. У него вспышка, стрелы, чародейский взрыв. Вот ты посмотри. Димон, а ну спекнись в этого. Вот это зеленая хрень, блядь, этот лок. Т-4. И
Какие-то неконченные проки. Гоблины, короче. ШП летит, как тенефобия, этот скилл. Стрела? Да. Ну. Только пугает. Она там дэмэджит хорошо. Веточка, вытягивай сейчас опять командира, а пускай он сам танкует там. Тяни командир. Что, на таком расстоянии можно бить? Щит не сбивает волну пламени. Да ёб твою. Значит, попробуем стак. Они получают стаки, отводи еще командира. Он три получит. Вот, короче, сбивает станом. Щитом мститель не сбивает стан. Щит мститель не работает. Я же тебе сразу сказал. Ну вот, я должен был проверить. Вообще щит должен работать, это же сало. Клык, а ты чё, кого бьёшь-то, командира или кого? Дед вечно помирает. Зачем? От вспышки этой. От какой вспышки-то? Да там которая... есть такая взрывная волна, так... мобы кастуют. Да ты туда не лезь, пока командира не убили. Пока командира не убили, ты вон звезду первую бьёшь всегда толстого, а потом только туда начинаешь идти. Вот видишь, сейчас Ром сработало. Да, работало. А косты ему как сбивать-то? Косты, молот правосудия. Я только что объяснили в РК. Сталом сбивают, тише. И салом. Объясняю. Но объясняю. Как сбивать? Объясняю. Да. Как сбивать? Паладины, молот правосудия. Если ты эльф, волшебный под... Вообще, ребята, могу вам так тайну открыть такую интересную. Отбежал на 10 метров, когда он кастует эту хуйню, и подбежал, дальше бьешь. Не парьте мозг, блять, а то вы еще будете сбивать еще. Один собьет, и другой тоже в это же время даст стан. И весь рейд даст стан в одного моба. Вот так будет у нас. Так, ну, нормально. Это слишком высокий уровень игры для нас. Так что отбегайте просто. Отбежали от моба, как я делаю, и подбежали, и бейте дальше. А так вот, ну, спасибо, умирать сказал. Я не знаю. Вы же, как же вы много пиздите-то, а? Не, ну если не разговаривать, это же скучно. Я бы лучше в тишине весь трэш был. Знаешь, пиздеть это одно дело, а когда ты говоришь, ну, по тактике, по делу, это другое совсем. Так тут-то просто сейчас мобу вбиваем, это же не был сейчас. Слева потом еще одна тишина. Ну, понимаешь, и так будет просто, в РС-25 гер потом придет рейд, и будет по 5, по 10 человек на этой взрывной волне умирать. Не знаю, что будет. Надо делать. Давайте сразу запоминайте, вот там косты сбивают. Вот волна пламени, там, одному сбил, второй кастанул. У нас 4 паладина. У нас 4 паладина. Я взял в таргет кадра. Буду ему бить. Бейте косты другому. Еще сад обычно. О, кто-то сдох. Я правильно сделал. Так вот всегда помирает. Меня как шлюху во все стороны кидает. Я стан даю, а он все равно откидывает. Какой стан мол правосудия? Давай сначала Болтара убьем. Попробуй, да, Болтара. Попробуй все-таки прокатить его. Посмотрим. Так, Веточка, ты босса танчишь. Я возьму копию. На копии посмотрю, как работает у меня правосудие справедливости. Будет замедление или нет. А че, Веточка, он умеет хоть был здесь? Веточка, умеешь танчить Болтара? Он первый раз здесь. Короче, я тебе показываю, что надо делать. Вкратце. Бежишь вот сюда. Бежишь вот сюда. Роми, погоди, не врывай. Вот. Бежишь к Болтару, когда скажу, агришь его, потом спускаешься с ним вот сюда. Видишь? И вот так вот с ним идешь. Только не спиной к нему. Вот сюда. Сова, ты уйдешь, уйти отсюда должна. Рейд стоит здесь вот, где стоит Честер. Здесь сбоку. И все бьем босса. Вторую копию я возьму и буду вести ее за боссом. Вы стоите слева от босса и копии, и туннелите первую цель. А, баф надо раздать. Падает самое... человека. Самое что запомни, Веточка, ты подведешь его, когда, например, так сказать, к этому дереву. Все, ты его стоишь, бьешь. Как только он стал вихрь костей крутить, короче, у него вихрь будет крутиться. Ты назад вот так вот отбегай. Если там уже слишком что-то будет, то прожимайся. Смотри, Веточка, ты когда от волоса будешь уходить, уходишь, как бы спиной к нему не поворачиваешься, а то тебе прилетит.
только боком к нему бежать. Все готовы? Что, рыбы нету ни у кого? Нету, иди пуляй босс. Ну что? Ветка, иди будь пуляй босс. Только не агри его, просто побеги, блядь. На просто на лошади пробегается и спускается вниз. Иди сюда. Таунти сейчас. Да, не врывайтесь, дайте Грона брать, пап. Все, забирай обратно. Грона, все, часто... все, стой. Все, бьем за... Эти в звездулики встали, бьем за... ДД слева от босса. Вот шторм, отходи. Пяться назад, правильно. Только он начинает шторм клинков вставать. Всегда сейчас не надо уже. Те, кто с метками, надо выносить метки здесь. Так, выжил. Он метки, да, выходит, стоите 8 секунд, дрочите, потом опять бьете. Главное рейндж набрать друг от друга на всех, на ком метр. Запомните это. У вас там, если нет дистанции, пропишите рейндж. Шторм клинков, отходи. Дал тебе капельку. Все. Он закончил шторм, можешь стоять. О, кстати, не бежит, да, вроде? Ну, сейчас я копию возьму и проверю. Копию, наверное, вот здесь вот возьму. За спину хулипал будет. 5% переходка, разделение, волна, не врывайтесь в копию, я далеко улетел, сейчас заберу. Я буду забирать копию. Работает замедление, слышишь? Но она идет на тебя или нет? Она идет меньше. Вот смотри, я сейчас на шторме кину ей. Будь здоров. Так. Ты там живой, не? Пал отходит уже, молодец. Не ловит. Вот, видишь, он не бьет меня. Он только один раз попал на меня, два раза попал штормом. Сейчас на тебе висит дебаф, ты должен его не бить, а отбегать. Как я только дебаф чихал. Пропадает. Я чихал. А. Я спрашиваю, ты там живой, нет? Добивайте, босс. 14%. На самом деле, изи, босс. Если вот от шторма клинку ходить, Павла, ходи. Если видишь, что от хила далеко ушел, дай БЗ по себе. БЗ, сакру. В этот момент, Виточка, ты должен уже разворачиваться с боссом, а все милики переходят за тобой в спину. Вот так, все. Ты теперь в обратку. Да. Все правильно. Я огурцом вот так бегаю и бьете. Все. 150 УД, изи. Беги сразу пулять дракона. Сейчас, веточка, подожди, зачем пулять дракона? Ты что, не оттащишь его? А, ну спекайся в ДД тогда. Веточка, давай в ДД, потому что у него этот нету, а на этом спек нужен один. Все, вы когда... Не захилите с таким аршам, я вам еще... Подожди. Все, когда появится, получается, дракон начинает улетать, он кидает две метки. Весь рейд собирается, вот цветочки передо мной стоят. Все скучают туда, все, кто с метками, они по сторонам разбегаются. Буквально, ну, на такое расстояние вынес метку, и чтобы радио с тебя никого не было. Все остальное бьется. Потом дальше прилетает, а кто у нас будет сбивать этот? Короче, из цветов, видите, стоят квадратик, печенька. У нас ни рогу нету, ни... Ну, значит, хилы будут прохиливать. Ну, Честер будет сейчас потеть. Честер будет потеть. Вот, видите, когда метка кидается на вас, в трусы, в квадратик метки отнесли, то есть времени не должно быть меток. Давайте чек на пол. Все готовы? Роми, Войд, Сова. Вот если, Сова, если ты не в курсе, мы в 220-м эту РС ложили. Да вообще на эту РС ложил, на самом деле. И где вы ее ложили? Здесь? Давай, Сова из Джо. Понятно, почему не ложили. Блять, он меня знает, честно. Да мы ложили. Да я ложил. Я ложил. Знаешь, незнакомым людям так-то, я думаю, вы тоже не доверяли. Ну, по игре, в принципе, понятно. Честер, стоп, не фу, ты хиль лучше, слышишь? Ну, возложение совета. Нет уроги, да, так что надо захиливать. Да? Сакру отдал вам на первый. Второй сами выживут. А второй я дам. Дупление. Давай цепухи, растуй шаман. Гро. Салю, дайте магу срочно. А боб ему дай. Салю, пошла. Отлично. Сове дайте. Все, где Сове? Все в цветы.
Метки вышли череп, по сторонам. Череп, квадрат, выбежали. Привет. Череп, квадрат, вышли. Отойдите от меток. Сова, почему ты не стоишь в центре? Носят метки налево, только те, на ком они... Вот мне интересно, маг дал 12к ДПС и сдох. Сейчас сколько даешь? Потому что не туда протянулся. Да все, падает. Почему не туда протянулся, интересно. Блин, вы падаете. Как всех замутить? Я хочу сделать тишину, чтобы только я говорил. Вы можете себе помолчать? Мне это очень мешает. Хорошо? Спасибо. Должен говорить один. Итак, все стоим в цветочках. Все стоим в цветочках. Метки 3 штуки выносятся из рейда влево или вправо. Те, на ком метки, вы набираете рейндж от рейда и друг от друга. Это понятно? Надеюсь, понятно. Все, больше здесь ничего делать не надо. Мах, копии с пула не прожимай. Копии прожимаешь только после того, как на второй раз присядет. Ой, а что у нас? Давайте упадем. Ее же не было. Потому что босс не появился, а ты уже туда зашел, ты цветочков. Я стоял у цветочков, он не должен наглеть. Ну как месте. Не должен-то? Не должен. Ну все, меньше текста, а? Короче, летим. Поняли по меткам все, да? Три метки. Проходите пока еще. Бой пока. Все, три метки. Вынести из рейда влево и вправо. Набрать рейндж друг от друга. Все. Самое, что еще важное, почему вы стояли все, кто где попал. Как босс объем, все в этих цветах стоят и все. Никуда не надо больше ходить, здесь не надо двигаться, здесь просто надо стоять и бить. Весь рейд стоит в печен. Нет. Фуба. Приветствую. Судьба ждет нас. Приветствую. А вы чат читаете? А ты поломанный? Ну, Починись, слетаем, мы тебя суманем. Маг, дай портал до ранг. Лока нету. Лок здесь как-то нет, лок. Честер, ты что, там перепил, что ли? Войд, зайди в инсту. Так, фильм с трейком я не заметил. Как починишь, напишешь плюс. Давайте активней. Еще раз напоминаю, что я через минут 10 отойду. Сова, ты говоришь, да? Да. Ты придешь на Халион? Третьего ты, наверное, сами убьёшь. Ты должен. Ну, давай. Типа, давай. Сейчас за малым пойти там в садик забирать. Войд. А что ты сейчас? Ну да. А это да. Присумай. Тыкните. И в цветы с нами не вставай, и стой где-нибудь вот в шкафу как раз, да и все. Да прибудет с тобой свет. Ты... Тыкайте. Войс. Так, вот здесь. Бафаем. Чё, сова, ты будешь? Сова. Каск. Ну, каск. Короче, вы там не видите? Ты здесь? Просто мне надо еще денежки, у меня 4 голды осталось, а у меня только половина починилась. Нет. Ну я свинка, короче, перекину, и я пошел. Да давай я тебе просто дам голды, господи. Так уходит, уходит. За малым приду и все. Ладно, давайте, Савы, пусть он в Дуране покажет, я пуляю, погнали. Рейд, стоим, метки, печки все. Метки выносим влево, кому куда удобно. И раньше набирайте, 3 метки. Хилы за хил. На первой берседом. Сокрую. Да, у магу сальву. Они достают тебя. Я дам сальву. Вторую дам. Две дали сразу, сейчас третью. Еще лок вырывает. Лок сделал, три шишка вперед чуть-чуть. Не достаю сальву. И лок дали сальву, отлично, молодцы. Так,
скоро метки приготовились носить. После того, как она прилетит, улетит, точнее, будут метки. Метки. Клык выше. Роме. Пожалуйста. Просто ДД. Летать. Все, метки вынесли, сбежали с цит. Убивает сосок. Похиливаем, берсу. Тут еще одна залетает. Еще одни метки. Короче, минут 20 же вы мне дадите. Ну, у нас сейчас сколько? Еще минут 10 будем, третьего всего нужно. Не знаю, 20. 20 много, наверное. Если что, доберем кого-то вместо тебя. Как вы? Только ОД здесь нужно. Факт. Ну, короче, я пошел. Ну давай. 20 минут много. Метки. Ну типа вы можете потроить без меня, показать тактику всем. Вышли раньше, набрали друг от друга. Кто-то не вышел, кто в рейд нахуярил мне, правильно? Подозреваю, что это был чувачок. Все вышли, не знаю. Все вышли, просто не про. Нет, они раньше не нахуярили. В рейде была этот сам. Был на дальнем. Не знаю, то ли хилят плохо. Должны метки падать. Подожми сейф как-нибудь. Могли еще раньше между собой не набрать. Вот я там два человека лежат. Вот там. Справа от этого. Войгард и ДНМ могли раньше просто тупо не надо друг от друга. 12 метров надо. У вас нет РНЖ. Слышите? Вот вы двое тут лежите. Ну, у вас нет РНЖ 12 нет. метров. Ну вот встань вот в эту точку. Он сейчас не покажет меня. Да нет, тут РНЖ. Вам нужно дальше было отходить. Вы сдохли, потому что раньше не... Погнали на вас. Ну, миника. Двенадцать метров здесь раньше набирайте, дальше становитесь друг от друга. Еще маленькие дракончики эти дебильные. Так, кто там? Мах, Вар, давайте сюда. Роме, Мах, где вы? Я бабли потанчу, на пятом стаке, наверное, скину. Роме здесь. Сказал секунду. Сейчас. Второго танка спекать надо. Да. Веточку спекни с танка тогда. Поддержишь трэш. Или ты, наверное, босс, а я трэш. Ты пожирнее. Спекнись, ветка. Ветка, ты здесь? Тим. Все, спрекнулся, вижу. Роме, что-то где он? Он писал что-то в чат? Да, сказал секунду. Все, я, извините. Здесь, давай к нам. Тут отбегал. Вето, кстати, дайте кулак. Паладин. По Роме. Могу. Могу, все есть, каски нет. Все, вроде на остальных все есть. Давай, пуляй, ветка. Только бабл этот МБЗ не жми, на 4-5 стаках скинешь там бронь. Сильно здесь не бейте, потому что его будет кидать. Стоять там. Я сейчас не вижу, поставлю метку, где стоять. Агришь босса. Я не вижу неистовства на ней. Вот. И вот там встаешь, видишь? Вот там я ты должен стоять. Я не вижу неистовства на ней. Уже есть, уже южный. Есть неистовство, иди пуляй. Бейте босса. Кефира нету, поэтому... Как без антифира. Так, сальву. Дал сальву Локу.
что, они будут подходить или как? Вот. 505. Можешь скинуть. Да, плохо. Но не раньше, чем у босса 50%. Паладин, если что, приготовьтесь давать капли по команде. Рон отъехал, сорвал агро, молодец. Как я сорвал-то, если меньше мага? Ну вот, сорвал. Два удара по тебе прошло. 3 секунды. Отведи бух чуть-чуть туда в метки, чтобы он фир не кидал на хил. И сюда там его держи. Минус 8. Ладно, давай, забери. БРФ. Минус ДПС. Сомневаюсь, что мы убьем его. Ладно, бейте. Так, 3 стака у него. Это ты уже скинул, да, стаки? Следующий. Пошли. А у кого стоит аура от темной магии? Поставьте огонь, пожалуйста. Просил еще на трэш. Паладины. Аура от огня стоит. Не стоит. Вижу ее. А, вижу, я далеко стою, сори. Что там у босса? Лям. 2 почти. Ну, точно. А у него уже 5 проколов. А нет, скинул. Скинул, все. Отобьем. Все, это последний, я больше, наверное, не выйду. Тут уже у меня 6 штук. Жми яйца в кулак и танкуй. БЗ, отбирай. Ревностный у меня. Добивайте быстрее. Сейчас я отъеду. Секунд 30, пойдем. В следующем трэше точно умру. Каплю. Каплю скажешь. Я жертву прожил. У меня своя жертва есть. Так. Веточки отдал первую. Я каплю дал тебе. Веточки каплю отдал первую. Честер. Нет, не честер, этот. Трэш вышел. Дай вторую каплю ему. Да 200к, живите. Отдал свою сад. Прожимочки кончились. Убили. Ну вот, без двух варов, конечно, дело не идет. Зато вы стали скиллованные. Бежим на халивана. Бежим на халивана. Скиллованные, нахуй. По тактике, скажите, пожалуйста, сразу, кто не знает, что тут надо делать, поставьте плюсики. 25-ки не отличаются, аж ничем. Ничем вообще. Ничем. По кругу водишь халеона в темной этой, да и ну, да. Пиздец. Они убьем мы халеона. Честно, мы его убьем. Кстати, кто у кого есть квест на РС, можете пойти и сдать под деревом, там, слышите? У меня там... нет. Вон там бабца стоит, кому надо, идите, сдавайте. На ту сторону бегите. Можно взять даже его. Сдать и взять, да, на халеву. Вот берите квест, все, кому нужно, слышите, вот здесь вот. Сдавайте свой, получайте на халевный квест. Сам тебе не отхилит, я тебе. Нам нужно теперь только убить халевана. Честно, значит, будем действовать следующим образом. На второй фазе мы с тобой заходим внутрь. То есть мы заходим все вместе. Ты тоже хилишь сумрак на второй фазе. Третья веточка фаза. Первый портал выношу я. То есть я первый выхожу в портал. Потом выходишь ты, только потом все остальные. Чтобы я успел поставить дракона. Это понятно? Это понятно. Все, метки выносим за спину рейду. Сумраки тоже выносим за спину рейду. На лезвиях по движению. То есть убегаем от лезвия. В них не бежим без метки. Подожди, подожди секунду, вон есть тип, короче, друид, агро, он и сова, и эрдру с гильдии, попробуй его. А в гильдии? Давай, агро пойдет. Бери. Где он? Сейчас, погоди, обновить надо. Пусть он эрдру уже стыкнет.
Акр. Вот берем Пашу. Блок, шкаф. Дай шкафчик, пожалуйста. Смоним сюда сову. Агра не успел зайти уже куда-то. Так и надо. Ну, случай будет в Эрдру, спокойнее будет. Лучше мы побольше побьем, но зато под хилом мы будем. То есть он третьим будет, я могу просто на мейна перезайти. Вместо хила на ДД, на рогу. Не, не надо. Так, все, здесь. Здесь бафы мы. Там каску, крест и так далее. Там смысл такой, там метки выносить и тяжело прохиливать. Так, Клык, ты танчишь сумрак. Ты первую фазу хочешь потанчить или я потанчу? Давай. Давай ты. Так, метку на тебя. Хочешь ты, хочешь я мне. Нет, тебе надо танчить, потому что, чтобы Халион во тьме не дергался никуда. И танчить его только в центре, как именно вот сейчас он стоит. No. Так, все здесь. Прота чек раздай. На бафы на пол. Прота? Да, мне надо. Ну, давай тогда я прота раздам. Клык каски, честер кулаки, веточка. Честер кресты, веточка кулаки. Раздаю всем так, прота. Сейчас я тут поверю. Перебафить, пожалуйста, заново. В сумраке прота будет спасать. И варм будет регенить тоже ману. Если по ним будет урон проходить. Да сейчас. Клык каски дает. Все, каски есть. Чек на пул. Пиваете ману. Подтверждайте, когда готов. Первую фазу танчит. Первую фазу танчит северный клык. Сумрак танчит северный клык. Я танчу реал какой. Диспелл или что? Сколько хилов во тьме? Какая группа во тьме? Вторая тьма, первая все. Честер, мы с тобой заходим в сумрак, и ты их помогаешь хилить. На третьей фазе они сами будут справлять. По диспеллу. Так, сова, погоди. Веточка, я тебя закинул в сумрак, слышишь? И зачем ты его в сумрак? Куда? Нам сову в реал надо. Зачем ты его в сумрак закинул? Куда это сова, кинуть? Это Эрдру. А, Эрдру, ну тогда отлично. Круто. Все, тогда, Честер, мы с тобой не заходим. Слышишь, потому что он два хила. Им там хватит. Чек на пул. Ох, ебать, заходим. Зачем ты пуляешь, что это? Это был чек на пул. Бьем, разверни дракона. Дракона вот так надо держать, слышишь? Вот так дракон, пизда. Вот так дракон надо, как ты его поставил? Вы сами сказали, как он стоит, так и танкуешь. Я это не сумрак. Хотите, так это и так. Это про сумрак. Сказали тебе про сумрак. Этот самый, метку выносить. Я и не стал, думаю, значит, потом что-то знают лучше, чем я. Ну, перебегаем. Да. За спину паладину, ставлю на себя метку синенькую. За спину паладину. Короче, когда Кхалион на будущее, всегда ставь его боком крейг. Я знаю, что его боком ставить, просто сказали, я так подумал, ну ладно, значит пацаны что-то знают больше, ну... Это про сумрак сказали, да, честно. Да, помолчите нам. Уже и бейте, босс. Его надо что в свету, что во тьме ставить в центре, не надо его водить никуда. Да, в центре должен ставить. Пулить его лучше сбоку. Метеор побежали. Под боссом бежим, не надо стоять в красном кружке. Да, спину квадратику бежим в фрейме. Лок отъехал на метеоре. Красава, 100 гп. Шаман отъехал, а не лок. Шаман, у нас друля нету, да? Это можно ложиться, разворачивай. У нас есть друль, чё у нас друля нет? Гра, тогда давай БР, лайк. Я почему-то подумал, что это будет вар. Лужа кончится, пускай встает. Шаман ударил баф, на бегметку выносим. Теор где? Бегаем отсюда, друг через хвост вернись. Кто там, Честер? За спину подрывай. Видишь, как лужи медленно разливаются? Ой, тут только, мне кажется, без ноги, без руки, без мозгового инвалид от них не отойдет. Ты сейчас ну посмотри, реально. Нет,
Я просто знаю, что любят в лужах умирать. Я же, ты про нас сейчас сказал, без руки, без ноги, люди... Ну, если кто-то в лужах умрет, то да, блядь, будет. Веточка, уйди из фрейма, пожалуйста. И заходи дальше квадратика. Холеон, ну, у тебя вот лужи, и все твои скиллы, они работают. О! Танк, заходи в сумрак. Танк, ставь босса, хилы, заходите. Честер, тут остаешься. Все, заходите в портал. Войд, дальше ты. Что я? Пуль, заходи внутрь. Перебежали на левую сторону всех боссов. Перебежали на левую сторону. Быстрей. Метка вышла до край. Шаман побежал на край. Шаман на... Шаман, вынеси метку с рейда. Звезда, зачем ты за ним побежал? Ну посмотреть, как он сдох. Видел, как сдох? Ну, в лезвие сдох. Нет, от метки. О, ребят, а в чем проблема у вас была? Да смысл? Ложитесь, ложитесь. Честер, заходим, умираем. Шаман, как ты сдох? Скажи, пожалуйста. Хотел метку не выносил, вот и умер. Шаман, ты знаешь, как надо выносить метку? Нет, не знаю. Смотри, она выносится точно так же, как и на первой фазе. Но если у тебя метка, ты разворачиваешься жопой к боссу и бежишь до края. Смотри, надо не так объяснять. Вот люди, они не знают, от чего они умирают. Надо сначала объяснить, куда надо смотреть глазами своими. Не на 1, 2, 3, где ты нажимаешь, там, не на хилбот. А есть вот такая карта кругленькая, да, сверху, справа. Сверху, справа, кто там щелкает, блядь, давай. Блядь. Это. И там появляется такой баф, квадратики. Называется пожирание огня и там пожирание тьмы. Там. Вот во тьме темный вешается, в свету... Это желтый огонь вешается. Вот смотришь, появился такой баф, сразу бежишь к стене, с тебя диспелят, и ты диспелишь сам, кто умеет. По поводу диспел. Диспел не сказали, а тьму диспел. Дру. Агро, ты слышишь меня, друг? Поставь плюсик. Греча. Будь здоров. Поздно. Так скоро коней задвинут нахуй. С этими рейдами. Нет. Это нормальный рейд, просто мне непривычно, что, наверное, здесь нужно объяснять тактику людям. Мы вообще ходили туда с закрытыми глазами. Просто в РФ вообще никто не ходит. Вот и все. Вот почему проблемы начались. Так надо начинать ходить. Так и будем начинать. Так мы уже начали. Ну, первый РФ сегодня положим. Ага. Десятку-то? Положим, конечно. Но мы ее ложили в 220-м. Есть вот там тарочки, знает, легко. Вам сова нужна еще? Уже а все. Мы добрали уже эрдру. Сиди пока на замене. Да, могу тебе пати кинуть в 8-ю группу. Да не надо пати кидать, пускай в дискорде сидит. Эрдру, ты зашел в дис? Да нет у него дискорда, напиши ему в рейд. Диспель тьму, все. По бафам. Давай бафы. Да давайте рота. Я буду магом диспелить. Боже, на чем вы уже начинаете? Ты магом в реале. В реале диспелить. Да я диспелю, бля, свету, спокойно. Ну диспель свету проще хапало будет. Заходите да за я, ним. Я, блядь, диспелю, пусть ебашит. Заходите так за тихо. Ним. Сейчас водички попью. Так, давайте, чек на баф и на пул. Смотрите, если вы не выносите метку в реале, в сумраке, она чем дольше висит на вас, тем больше стакается. Соответственно, чем дольше диспелится, тем лужа больше. Соответственно, больше получает урона человек. Поэтому только на вас появился дебаф, реал, сумрак, неважно где. Все, бросили и пошли выносить метку. За спину рейду, либо от лезвия, если вы в сумраке. Если под на лезвии появилась этого. Метка. Олежа, кстати, от лезвия надо тоже убегать, так? Да. В сумраке я поставил на Роме метку. Роме точно не сдохнет. Вот бегаете за черепком в сумраке или кто? Печенкова. Все, все готовы? Еще раз чек на пул. Да, ты заебал. Все, пуляй там. Вот, видишь, ну... Через него пробеги сейчас квадрат. Через него, прям сквозь него пробегай. Вот так, очень... ага. Все, отлади его чуть-чуть. Иди сюда. Ну, хорош. Поверни чуть. На нас морду поверни чуть. Ну, хорош, все. Ну, тело, родная секунда.
Побежали. Бежим за спину квадратику. Смотрим, куда лучше разливает. По своему стоит. Уже к нам. Меня. Ну, покуда у нас. Ага. Я говорю, видишь, медленно как разливает. И хрен пойми куда. Я успею за чаем сходить, пока она разливает. X1 в 3 раза быстрее она разливает. Цель. Босс РС-ка просто. Я не знаю, как он может быть. Ой, забери. Метеор, секунда, смотрим, куда падает. Танк, если на тебя падает, ты просто пробегаешь, туда дракон разворачиваешь. Бежим. Не, ну вас. Сейчас огненное дыхание пройдет, лужа в рейд, выноси метку. Вот, сейчас огненное дыхание. Смотри, танк, если на тебя вдруг метеор упадет, ты вот здесь стоишь. Да, я ты, знаю. Да, ты можешь либо вот так пробежать, либо просто дракона повернуть к нам на 90 градусов. Вот ты будешь здесь, а весь рейд просто смещается тупо направо. И все. Такая тактика, сейчас. Только когда эти големы есть. Ну да, это на Геру тактика по-хорошему. Метеор, перебегай. Да. Ты вообще можешь не умереть, вообще просто. А, протопал, заходишь в портал, ставишь дракона, хилы пошли, все пошли, кроме меня и Чест. Роми для вас, вроде как ассист. Кто на сочке, тот живет. Кто не стоит со сочки, тот... Метка выносится за спину рейду в лезвие, не бегите с меткой, бегите от лезвия. Воет метка. Диспел. Скоро лезвия будут. Лезвия кастанутся через 3 секунды, но они еще кастуются несколько секунд. Смотрите внимательно, забирайте позиции. Лезвие кастуется. 3, 2... Танк, осторожно, метка, лезвие. Лезвие, двигайтесь, смещайтесь. Танк крутит дракона, воет, выносит метку, рейд бегает за Роми, встреченки. Не забудьте сказать, когда у него будет 51%. И еще важный момент, когда появится портал выхода на вторую фазу в метку с этим порталом, ни в коем случае никогда не бегите. Потому что если вы войдете в портал с меткой, метка разольется по порталу и всех туда притянет. Метка, шаман, выноси. Выноси метку! Друй, хиль его! Хиль его, хиль шамана! Как маг сдох? Агро сорвал? Нет. А как? Не протупил. Что, лезвие или метка или что? Лезвие. Ну, тогда выйдете, когда в первую фазу. Агра бернишь мага, потом, когда выйдешь сюда, бля. Ну, КД, наверное, блин. Еще минус 3, что творит у вас? Сейчас заходим. Ну что, метка стоять не может. Ложимся, стоим, летим. Вот, в чем проблема в сумраке, скажи мне. Босс, как и дева в каре Гере, я говорю, я не пойму, чего у меня случилось. Тут там мне нравится. Двое в метке не стояло, легло. Я на тебя специально метку ставлю. Почему в метке не стоит? Ну, потому что они рядом были, а вот именно под лезвие попали. На, в радиусе 3 метра от меня были и умерли. Ну, значит, нужно стоять в сосочке. Я вам сказал, если в сосочке стоите и двигаетесь с ним, вы, если нет, вы умерли. Значит, если вы сдохли в лезвие, вы сами слайкеры, я вам уже ничем не помогу. Если вы тупо не умеете следить за этим лезвием. Шаман, если у тебя ДБМа нет, смотри, пожалуйста, на мини-карту. Там такие вот, где категория, появляются бафы. Если ты сам за этим не будешь смотреть, на тебя будут ругаться, понимаешь? Тебя не возьмут в героики. И в 25-ку не возьмут, если так будешь делать. Смотри. Смотрите, проще, и паладин, будь проще, мы тебе объясняем тактику идеальную, а ты говоришь, будь проще. Да вы ее с самого начала не объяснили сначала, когда спросили, знать какую тактику, я поставил, что не знаю, блин, вы толком не объяснили, сказали, просто я не... до этого я сейчас сказал, не знаю вникать. Давайте что-то не будем разводить. Шаман. Олег, подождите, шаман. Шаман. У меня есть, я буду смотреть. Так, алло. Нормально. Шаман, слышишь меня? Шаман. Смотри, в сумраке тебе нужно стоять печенки в роме, хилить танка. Если на тебя кидается, как-то там дебафом называется,
сумеречный огонь, как он называется, темная херня. Ну, короче, если на тебя вешается... Пожирание души, да. Если на тебя вешается, ты выбегаешь с рейда и бежишь к краю. Вот сюда вот. К огню, там кольцо. Да. Ну да, вот к краю. Там с тебя диспелит. Или сам себя можешь продиспелить. Потом возвращаешься в рейд. Если лезвие крутится, и на тебя кидается метка, ты бежишь не назад, а к рейду. То есть, если представить, что здесь, да, обычно вы носите за спину рейду. Вот здесь, допустим, шарик появился. Он бежит. Тебе нужно наносить не вот сюда, чуть левее. Понял? То есть, по ходу движения. Там рейд крутится, чтоб дракон. У тебя крутит. Лезвие, короче, не стоит. Да. Потому что... Короче, лезвие, как на деве в каре, понял? Когда появляется луч, если под него попадаешь, тебя ваншоты. Не ваншоты, только протопалы. Из-за рев. Всех остальных ваншоты. Чек на пол. Если у кого-то вопросы есть, что спрашивать по тактике. Все готовы? Мах, Вар, Роми. Роми здесь? Роми. Можно спросить? Вот, Клык, а что если ты с другой стороны встанешь и зайдешь во тьму потом? И мы тогда сразу слева окажемся у босса. Как тебе такая идея? Ну, как хотите, мне. Тоже нормально будет, я думаю. Руми здесь. Протопал. Подожди. Я что? Хотел еще танка спросить, веточку. Ты понял, как водить вообще нет? Кого водить? Босс на танке внутри. А кого он водит внутри? Клык, танчик, а не ветка. Надо дракона крутить, Клык. Там я знаю, я его кручу. Вы бежите, я его кручу. Так, нет, что смысл, получится. Смысл такой, ты его крутишь. Ну ладно, полили, да? Отлично, пуля. На центр поставь его, на центр ставь его, не врывай. Ставь на центр, веди в центр его. Вот, отлично. Приготовились метку выносить, потом бьем. Метка, кто-то на сапогах взлетел, да? Метка выносить. Метеор, веточку вот. Через хвост вернешь. Ну там на сапогах умер. Мах вроде, да, живой, отлично. Лужа. Стой в луже. Отлично, вот эти бафы, это 4, они на самом деле эти плюхи, которые летят. Что-то ужасно бесит, не знаю. Престовская хуйня. Че конченая. Кажется, что ты в ульде на тенефоне. Там такой же каст летит. А тут не было. Метеор на танке, метеор, танк, перебегай, сквозь танк, него. Перебегай сквозь него, да. Только еще когда стараюсь сделать так, чтобы мордой в ту сторону отворачивался. Нам лучше получить я хвостом, понял. Чем дыхание. Чуть-чуть. Да, на будущее. Метка за. Все, можешь возвращаться. Не сед. А, не, там не там не, огонь. Не надо, надо, у нас хвостом шаг. Огонь. Сейчас огонь пройдет, я посмотрю. А, смысл, так и держи его. Он сейчас хвостом по нам, да. Да, у нас один хил, слышите? Нормально. Чтоб не расслабляли. Метка. Метку из рейда вынеси. Ох, вынеси метку. Метеор, отлично, диспелли тогда же. Лужа в рейд. Я могу зайти, но ты... Все, переводим. Возвитесь. Ой, как ты умер? Возвитесь, там друид стоит на вас, смотрит, веселится. Друид вообще АФК. В костер зайдите. Почему АФК? Вон в рейд пишет. Вот он стоит. Ага. Минус 2, ложимся, заходим, сумрак, ложимся. Слушай, иди в лужу. Чего вы тут ничего не сделаете? Заходите, умирайте. Резко сегодня должна лечь. Неважно, как, что вы будете делать, что она ляжет, но она ляжет. Я что хотел Клыку сказать. Ты можешь лезвие либо догонять, либо от них убегать. Как тебе удобнее, ты выбери себе позицию, а рейд уже подстроится под тебя. А я под рейд подстраиваюсь, потому что я смотрю, как у вас эти сферы пролетают мимо вас. Я так и вожу, потому что некоторые слакают, и проще умрите там. Убегать им, походу, чем догонять. Слушай, Клык, а давай я сумрак потаню. Там два хила, а ты реал, окей?
Так как хочешь, мне. Давай, я потанчу сумрак. Надоело это кручение. Буду заодно видеть, кто слакает. Не заходите часто в этот в рейд, сейчас он, когда и повесится, будете куковать. Слишком жирный. И в сумрак я зашел. Все, сдохли все. Все. Заходим. Кто-то не сдох. Нет, это потому что друид не умер, вот и все. Друид, сагри пачку трэша сдох. Да пусть он выйдет из инстада и все. Я полетел чиниться, я красный. Туманете меня. А нахрена тут есть починка на крыше? Наверху? Я полетел туда. Сейчас немного меняемся. Вот, прикинь, пожалуйста, меня и танка. Я сейчас в сумрак зайду. А Пал потанчит Реал тогда. С Честером они не будут заходить. Там останутся. Кому надо починить, слетите в инсту. Там с метками просто слакают. Поэтому я умираю. Ну, будем учиться тогда метки вносить. Как вы в 25-ку собрались ходить, если вы в десятке не можете этого делать? Вы умираете на лезвиях. Это вообще не ок. Потому что туда никто не ходит, никто не... Ну, я хожу, и вы будете ходить. Если вы будете не будете ходить, я найду того, кто будет ходить. Будет убивать. Все просто. Да сейчас народ научится, не переживай. Значит, я за что я говорю, никто просто не умеет. Тут никто не ходил. Будем учиться. Это я с Киркла, я ходил на Кирк, я ее убивал. Да, я тоже 25-ки ХМ, и ты по этому указ. Так, ждем всех, кто у нас тут лог, пока нету. Не сдавайте пока баф. Циркуль, ты могуч. Пусики учат и все. Посмотри. Сделаем так, я потанчу первую фазу. Пожалуйста. Ты только клыку... Босса, то есть ты спиной должен к порталу. Давайте чекнем. Отлично, я пуляю. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Бейте. О, нет. О, не, сильно багр набирают, постою, подожди. Выносит. Пойдет в сторону хвост. Всех поставить. И бежит. Выжил. Поэтому метку никогда в сторону морда. Бежал, скажи мне, пожалуйста. Стас. Почему здесь стоит у нас северный клык? Беги совсем. Беги на ту сторону, клык. Метеор падает в одно место. Вот теперь обратно. Привыкайте, бегайте все вместе. Для вас печенка стоит, как метка. Бегайте в печенку. Наверное, сдох в луже. Да, а чё вы в луже стоите, блядь? Я вижу, стоит претендент ДНМ в луже, сдох, блядь. 100 ГП, нахуй. 100%. Ну вот он, смотри, прям, сука, за дровосеком лоховским стоит, блядь, в луже валяется. Тупо не отошел. Ложимся. Вы чё, рокнуло, да? Вы чё, так и будете играть, да? Я хочу сказать, в луже не стоять, блядь. Ебанулись совсем, нахуй. В луже стоять. Не, серьезно, мне сейчас бомбанет. Нахуй, просто еще 5 траев таких донных, я просто покину рейд. Вам объяснили, что делать? Вы тупо из луж не можете выйти, которые разливаются 2 года, нахуй, на вас. 2 года лужа льется, блядь, по сравнению с X1. Я вам отвечаю, зайдите туда, вы там сдохнете за 2 секунды.
Это еще хуйня, там она стала сейчас 4 секунды разливаться, а был момент, когда его починили, типа зерку брали, она за 2 секунды разливалась, короче, понял? Там вообще моментально... Там вообще бы все сдохли уже. Там на циркуле до сих пор так делается. Не-не, сейчас там за 4, а было за 2 секунды, это вообще... Ну, так, Мах и Клэк, кто там сдох? Мах и кто-то еще, в чем проблема Мак у вас выйти из луж? Мак, веточка, в чем проблема выйти из луж? Ответь. Димон просто в прошлом селедка, и у него нет ног, чтобы бегать. Давайте попал. В общем, смотрите, я посижу здесь до 6 часов, потом я по-любому уйду за сигаретой.